Лютия, не знавшая прежде никаких сценических искусств, вышла на сцену прославленных московских театров. В эти дни ожила героическая народная легенда о славном богатыре Нюргун-Боторе. Тыгынча 1957 жылы Москва Коракка саха литературатын онна искусствотын күннөрү болбуттара. Бу тарыхынын Нюргун Боторы спектакли турбуттара. Туярма кону Анна Егорова Нюргун Боторы Свердловскайдагы консерваторияны саңардыы бүтүрөн келбит Николай Баскаров толорбута. Кини 1932 жылы Үйөһө Бүлүү районугар далырны хилегер түрөбүтөн. Баскаровтар ийелери 14 тоглумудуттан сеттете тынна калбыта. Когда отец окончил школу, он устроился на работу киномеханика. Ну, то есть он ездил по сельским клубам, ну, как раньше вот возили вот эти вот бобины с кинолентой по клубам. И, как это раньше говорили, крутил кино. Вот. Но при этом он перед тем, как начать этот сеанс, он пел. Там развлекал публику, там таюк пел, какие-то песни якутские. И как бы этим он там снискал тоже какую-то свою популярность. И его приезда ждали, потому что там будет не только кино, а будет там целый концерт. Вот. Ну и, видимо, где-то в одной из таких поездок, видимо, кто-то его там заприметил, ну голос-то есть. И вот ему предложили поехать учиться в Свердловск. И как отец как-то рассказывал, я, говорит, поехал туда, он был огромный, говорит, чемодан из фанерный такой, из фанеры. И лучшая обувь у него была вот, типа, как торбоза, что ли. Ну и вот он такой вот весь деревенский приехал в Свердловск. Он Николай Дойдутуттан телехиен Свердловской коракка консерваторияга, национальный салага вокал калагагар уэрэнэ кирэр. Сәрекен нинәғы астаңас үпқарчы күрімчік кәме болан театрға бұстық үліға үлелі-үлелі өрімді. Кені үйәріғар ұлғычы шуға ерті барып, педагогтар, преподавателлар сөзден сөбеді үйретілер. Ол көзді кені шуға еттік сетігілі ақты өрінен бітер біте. Қосы біте өрінен әйтжен ғыздар сөвіне кіземінге молады мейтіс, молады гвардиетті бүрекінер. Оролын партиясын толыр бұта. Онына Чайковска Евгения Негінттен әнеген партиясын толыр бұта. Певіш Штоковы ғытты бізсен, табарыстан бей көрінелдер бір қос қолыр бұттыра. Онына үлде Привалоптен кені бары үйен бір қос қолыр бұттыра, жөнінен бақтар етілер. Негіне кені оперный театр көйледі үйді бұта. Сынаға ол бөрелі, барыстын. Во время сессии история КПСС, по-моему, ну, вот раньше вот такой предмет был, не очень хорошо владела русским языком, и там учебник довольно такой толстый талмуд, все это надо было выучить, а у отца была очень хорошая память. И вот он этот учебник от корки до корки выучил наизусть. Когда пришло время ему отвечать, спрашивает у преподавателей, а вот этот вот билет-ответ вот на какой странице этой книги? Ну, те удивились, сказали, там 300 там какая-то страница, допустим, да. Ну, и отец там начал прямо наизусть эту страницу читать. Преподаватели удивились, и вот они потом гоняли его по всему этому учебнику. Все были в шоке, то есть насколько у него была такая память, что он выучил этот учебник наизусть. Потом у преподавателя возник спор, что ему ставить. Потому что одни говорили, ну, надо ставить 5. Человек же выучил учебник, извините, огромный талмуд. Другие говорили, ну, он же мало что понял с этого учебника. Как ему ставить оценку? Ну, и в конце концов там приняли такой консенсус такой и поставили ему 4. Первая жена была с
свердловчанка. От первого брака у моего отца сын Вячеслав. Мальчик похож на моего отца. Есть баскаровская кровь. Тынчы тоғысыз бейін алтасыллаққа Николай Баскаров консерваториятын сетейіл ақтып бітерен дойдытығар сақасерег әркелер. Мен музыкалының училища өрін әлдер әдім. Ол хағана бейін кейдіңімді. Онтан бейін алтасыллаққа Уральска консерваторияны бітерен кәлбі тоғылар концерттіра болыр, өтчетіна концерт. Онына бара бұттен қомылу бұғы. Маңнай құлақан концерт көрір болақ бұтті. Анна тибиппит наха элбехтерете ол бир кирек ибол батак онна аманна этергедле ол бихететтен инкел бит олор көрдөк битне аджакка үчүгөй ухун платила кыргыбай багай кыргыттар улаттар таккан выступайдатлар онна ыллыларга баскара бу хөйдөн калбыппын бүдөн садан улахан багай ол таккан оллан көнкүнөп битигер наха үчүгөй тиштерге. Он вышел на сцену и, конечно, он тут же, как говорится, махом завоевал публику. Естественно, у него тут сразу куча поклонников и поклонниц. И мама его увидела на сцене, ну и, естественно, сразу влюбилась. Николай Кискергене Анна Торговкина музыкальный драматический театрга балерина эте. Өлүхме кыллагыттан төрттөгө. Агата керген өлбүтін кәнне 2 күгін үлде сұнтарғы көхін бар бұды. Оның анына осқоланы әлгейгі бітер біді. Салғы жүкусқайғы культуру чүлішетігір өрені кейірер. Она вначале поступила на вокал, а потом ее переманили вот в хореографическое отделение. Ну, она была такая тоненькая, стройненькая. Там она отучилась. Ну, вот, и поступила уже в театр артистской балета. Олгынан баран кини өр үнкүләбетәге. Зобын операцияда табыллы бакка тынарыгар ярахан болан балеттан тоқтаубыта. Николай Николаевич Баскаров смята, творческая смята. Мен йөрерімден бу джекерген кытта карда калтыспытым. Аны сменовны мекелер бер уже лиатиттен торабдетер. Пробетакай вот болан. Это наха Ягас крыгыбай байжақтар еті. Бәйті есігітті мандық ғыддан тақсыр. Білін қатысқыларын көддіға кейін аға мандық астына бұл, кей астына көрір. Когда отец выступал вот во время концерта в 57-м году, не в Москве, когда были, вот как раз в этот момент у моих родителей родился сын. То есть для моего отца это было там двойное событие. Отец назвал моего брата Михаилом. В честь своего вот брата. Моего брата тоже в 24 года не стало. Вот как раз в том возрасте, когда не стало брата у отца. Когда мне было вот 6 месяцев, меня увезли в деревню бабушки с дедушкой Вильгей. И вот там я росла до 6 лет. Помню, меня повезли накануне Нового года в детский сад. Для меня это был шок, поскольку я выросла с бабушкой и дедушкой в окружении. То есть внимание мне одной, а тут много детей. Там Дедушка Мороз. Представление хороводы, загадки. А я, значит, стою там в ступоре. Смотрю на этого Дедушку Мороза, не знаю, что делать. Дедушка Мороз берет меня за руки, там меня, значит, хоровод со мной водит. Потом мне вручил подарок, там, куклу. А потом оказалось, что Дедом Морозом был мой отец. Я помню, как-то проснулась, и тут бабушка моя говорит, мама, говорит, приехал. А я уже без нее поняла, что мама здесь, потому что там этот запах духов, такой аромат, да, какой-то такой, ну, не знаю, в воздухе какой-то такой, возник такой флёр такой, да, что-то таинственное, загадочное, и она, мама, там в комнате спала, она, видимо, ночью приехала, и я такая в щелочку заглядываю и смотрю, мама там спит, и комната там, чемодан раскрыт, какие-то там такие вещи красивые, да. Она меня увидела, мама, что я заглядываю в комнату и зовет меня, протягивает большую коробку.
прям меня вот этой коробкой, что называется, подманивает. Я захожу, забираю у ней быстренько эту коробку, быстренько выхожу из комнаты. И потом открываю ее, а там кукла, большая кукла. И притом кукла была такая вот, ну, как это говорят, шагающая. Когда берешь ее за руки, она ходит. Отец, помню, тоже иногда приезжал. Тоже это был целый праздник, а у меня мой дед и бабушка, они очень гордились своим зятем. И когда он приезжал, для них это было прямо вот событие. Они его там привечали, особо стол накрывали. Ну, то есть, понятное дело, что вот он-то был уже на тот момент не совсем простой человек, там, как сейчас эта звезда приехала. Николай Баскаров артист быгытынан саха народын искусствотыгар сёгомер кылаты киллер бите. Народный артист Иван Степанов художественный училищега уэрне сылджан театрга элбахтык сылджара. Онын өссө чугастыы догордуа элегиттен Николай Николаевич айыр улетин кытта билси бите. Түйінші тоғы сүйсетті он екі хыл ақы бесі бітті. Лақыд оның нүргіңі бағыққы партиядың ұллары оңысты айтереді. Мені мен ол бағыққы партиядың ұрылы бұтым. Маңна күн өмірінен мотиве-мотивейс, лабаны бәді. Оның екі аға коллегаларым бұстары үйті бұтым. Мен оның үйді бұтым бұ. Николай Николаевич мегеттен 15 сылаға. Мен ағауын еген отча-батча ғыл, үліләбітім, ұллағытым, девәт, бәдер кейіні кітірі кәпсетәбін дейін. Тұттыға, қаптыға, лоппақшы кәпсетәр әті, тәңнәң құрды. Оны мен жіктірге әбітім дейін бар. Бұд ойдыттан арақсыр дейін, Николай Николаевич, оғой культуралағын кейіға сұғына әләккейін. Ой бан, бар баня деп дияр сөйледі болды. Құрытыны. Ой бан бар опаяс деген. Нискөй баты тінде кепсетер болар еді. Жонтан келін мен консерваторияны сәттон сыллақы бітірен келем. Деке де белгіл өлен. Гастролога еті білім настыры. Ола бітер. Сонтарынан, нұрбанан, юәе білімнен. Бүлігінден әлбәқті ғыжеті лағып бұды. Оны Николай Николаевич халаяқшы бұғытынан, оны консерві білдер әтсінен болар еді. Оны өйдіңін бәрі бәкке дейін. Білдер әрігер туақтырын. Айта қайын долғыр да долғыр. Оны құрытын кәтен көріп бәді. Сүйістел лауыты моторуанатын. Айдақан долгуяр. Таққары тұрады атағанан маңдықында кім болар. Оны бөппелескетін тардар. Оборон-оборон бұра ұран кәр. Оғылар маңы түйтай күті еңдеді. Сонды таққан білдері. Оны долгуй бұтағанында оқ болан қалар. Түйе күлуі бұлыр намыхақ бағайы. Оны төбетін айнан ұлғауын бағайы. Мейіттен ұлған кейіп ол. Но госпожа Жанар во огурон тунан, кергеден тунан, чиј батка ја гаспаде кепсирите, и тене кинерганан, риоботалан, кенсирна нурите. Он на тој Николај Николајш на хабе е таки хибуто на ја гаспите. Би бејат биле од сакајле гер би тен се удобство на улица дебит кадуп туалети ген хох паллајд клубка. Клубка ама на кирен баре кине охотрите. Дебин кухтер томат нерџен. Тоа вона сијена багар велики едгени бетен кујуп полани ен кадар мандек чарасчен нерџен доктору боло. Јане кадар нар мандек олок пострул би полар. Оно манто олок тухмежир. Олок постуго сијен тахаманен велики керен туранен атакон тонгору мажирите нар. Нар јурде хеџбат. Просто бејлерин керен кенер премиер дертен јуринот. Маха раз. Аре биде керен. Бирукати нар е тоа нотати нар е бирукати сулур. Оно ми треба никој не каже. Вот это надо харстыре битчана там, где. Он это, ох, это мы кидрхем, брюкем и милливетен тугар. Кинди коронный номер дата, матона джен. Просто, например, лыр, вот это лэльбахтэль пачу, лыр, 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 лыр,
Кини бете рятнан учгаядиан норот рятн жонгатир дрешугая бедете. Алло пиралдира биллен тро учгай. Налос крыгавай коластах бет улахан багайы көрөккө учгай жонгатте кепсин конференция бүгүтнан жонгатир дер кепсенлер күлүлак учгай багайы жондор нахерге хселдер то бас кырып кел бич учгая биттилерин өйдүбүн. Онна этече мен ырып болбутум ден нахы таңнагатым кырылжам мен хиннагам коласпында харбуптум ден жоннор күлдер тирете. Да уяллар юрю көтүп отуба эрде истелдер деп эрде билеллер баскарап келер дурайап келер стапанап коно келеллер үйөн дегенде. Да ол концерт кетте келенде хуунан тараанан же кийлеби то стол бирагнего стол банкетного стол боло. Бешүй байды хайынгы күн такыр дери лан тоера хасия бакра тугут янылабыт. Хасырда ким кайынына Николай Николаевич турбуп болор. Туран терек ким урат. Николай Николаевич сыганага туттар каптыр берадыга синическе хамсаны тим сените. Ала эмне ким ярды майкыннават. Ойдулурда олган ки төһөлдөн онду турар. Хайдара ты ноя вырезан и вырезан. Как их еще одна дягучая покраска лежит? Он интеллям манерек она. Сасирда уле бертиета я, барокуна тылык болбутум, кимере кенни берсани хан, тылыктын тарыдилир айманар. Kiram, 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 mane, mane, map, mane. Yeder keder toluk canım, kırak eki canım. Anladım. Kılı yunga, Nikolay Nikolayevich, komiler nar mı ya? Дүңгөр оксорга ген үйрөтөр. Туттарга, каптарга. Ал ондуга ага киши бол мийитте хепти. Эрде сыгана дейни театр дейни билбекке. Коту хебекке наачы эте. Ону же Николай Николаевич бөдөйүн бою малардырап хепти. Малардыракка наа бар. Улухом бою бөдөйүн бою ки малардырапта дейин күлөл. Лүм деп дейренген бүтінеті бұл күлгақ бар, қарақ бар бүтінеті онды. Керейбін наға шөп бағады, комиссия бағады, оңыстан көбер, олға бау барты бағалла, әләп, әләп, қыстымда. Кеніне дәр сағаттан нұрот. Үрияті қайдары, кеніне нүргін бағатыр хағалағаны, де бұл дейіні, олық манды қылы хақтан хағалағаны әрі күрдік болан, тағарақшы әпті. Тохта элекке бая кетеді. Қаханда аны, кимеде аны, куала хоноппа, дүрдеппет санатын, латыннар бар, аргыян хыжда, бәйірі доғар, диян жаргыян ұнды қаңырар, қайда тәйт. Калегалар бұн қаханды ұнды баппы, дене күрді мия бағалла, күрді кепсете хыжда күрдіп бұ. Ой, Николай Николаевич бұ, Мөлінгі бұл құлын тұтарда, бұл өрді ғырас, қаллағыңы, сүрдік күнтіге хайтерін құрдік. Құрыты мия хүрдік өйді білді кейіпті. Мен онды кенін өйді қабы. Олық кейіне арастан үтенәннен көрір.
артыс биллилях болу бир бөрүкүтө согорүтө Николай Баскаровы улаханнык карыйбытам. У отца моего на лице всегда были, ну, кожа такая была какая-то неровная, как будто подтеки, ну, шрамы. И я так к этому привыкла, потому что я с этими шрамами на лице его, как бы я выросла и не обращала внимания, ну, как должное. Только потом, когда уже подросла, мама мне рассказала страшную историю. Что когда они, отец, ну, был тогда молодой, популярный, его, значит, там по ресторанам туда-сюда его водили. И вот он, когда возвращался из очередных там посиделок после ресторана, его догнали и изрезали ему лицо лезвием. Притом его не то, что вот там прямо избивали, а вот целенаправленно пытались испортить ему, вот, изуродовать лицо. Вот, после этого он лежал в больнице, естественно. Это был большой стресс. Вот, и, наверное, вот эта ситуация повлияла потом, может быть, в дальнейшем на жизнь моего отца. Потому что он немножко как-то, наверное, надломился. Как-то мне отец говорил, что не надо никогда выпячивать себя. Надо как бы тихо делать свое дело. Төрөппүт уолларын сүтербит ыарахан кемнерин, омсо түктери санаалаакжон кохаган кемелжилериттен эжейитин, Анналах Николай тапталларын, кардарта бей-бейни өйүхүлерин күүнен кыйбыттырам. Мама прекрасно понимала, что нужно отцу, что он там переживает. Она всю жизнь его поддерживала. Профессия, она сложная, они ранимые. Вот. И поэтому у меня мама всегда была очень такой крепким тылом, наверное. Несмотря на свою хрупкость, она всегда была таким твердым, крепким тылом для моего отца. Кыстара Виолетта Николаевна Сурналыс. Сеннера Валера сүрбө сахан толарыгар баскараптар аттарын үйедитер сыллах эхетен Распаниятын ылбыта. Сен кыз санайы студент, кинотеатрга курук сылжар балеты сөбелән көрөр. Когда маленький был, я любил к бабушке ходить в гости, потому что там всегда было, ну, как-то уютно. И игрушки у меня там были, и всегда там вкусно пахло, когда туда приходишь едой. Бабушка вкусно готовила. Так как бабушка-то плохо видела, я вот с ней ходил, как сопровождал. И «Лебединое озеро» смотрел. Это вот я помню. Раза три, наверное, посмотрел. Ну, помню, когда вот в гости приходил дедушке с бабушкой. Помню, что на руки меня поднимал и казался такой высокий-высокий он. И каждое утро помню, что он полы протирал. Эту нагайку использовал мой дед. Когда он играл одну из главных ролей в опере. Правда, я деда почти не помню и не знала вообще историю этой нагайки. Но когда-то я ее тоже использовала в одном спектакле. В школе я играла в театральном кружке. Мы поставили небольшой такой спектакль про золотого механического соловья. И я в одной из сцен изображала что-то наподобие рабовладельца. Каким-то образом, в общем, я ее очень ловко брала и должна была ею размахивать. Наверное, в тот момент я почувствовала, не знаю, связь вообще с моими бабушкой и дедушкой, потому что я тоже выступаю на сцене. Еще и, ну, с предметом, с которым выступал мой дед. Анна Семеновна үнкүлән битен баран театрга париктерин урур сыйх көлелебите. Онтон оғоды барыхыгар осколын ненеға састақ, онны кыра класс оғларугар анан ан бастакы үнкү күрухогын арыйбыта. Николай Баскаров олон қобықатырыны олох арас очырын-чочырын мағылларын туарабыта. Сахасерігар оперна искусство сайдытыгар олы күрбута семей кылатын келлер бите. Тыынча 910 сыллаққа кенеха саха асысыр үтелі ағартыға ат иңерілі бите.